На субботней ярмарке вокруг сладкой продукции настоящий ажиотаж. Толпа людей выстроилась в очередь за сахаром. Цена на сахарный песок у нас 138 тенге за килограмм. 25-килограммовый мешок стоит 2450 тенге. Покупатели могут его поделить между собой на четверых. Вот по такому принципу идет продажа. Сами понимаете, дефицит. Такие условия продажи сахара обрадовали далеко не всех. Некоторые подобный принцип раздачи посчитали правильным, другие, напротив, возмутились. Люди отказывались делить 25 килограммов на четверых. 15 человек нас в семье, у меня внуки. Одного мешка нам на месяц даже не хватит. Поделиться мешком сахара я всегда готова. Я рада и благодарна, что он вообще есть в продаже. А почему один мешок на четверых? Я первый раз слышу об этом. Я вот мешок хочу взять. На четверых мы не делим, нет. Мы один мешок. Пока одни решали вопрос, как поделить мешок сахара, другие приценивались к товарам и возмущались ценами. Это не ярмарка, это гнездо воров. Цены на социально значимые товары здесь ниже рыночных, уверяют чиновники. Стоимость продукции, в том числе и дефицитной, они держат под личным контролем. Если кто-то из продавцов посмел взвинтить тарифы, пощады им не было. Тех продавцов, которые завышают цены на социально значимые товары, мы выгоняем без предупреждения. Больше они не будут торговать на ярмарке. Между тем, самые шустрые шымкенцы все же решили не придерживаться правилам. Кто сколько мог, столько и унес мешков.